Hi guys! С вами Bobcap, Олег Маракушев и я, Давыдов Дмитрий. И это не Ганки Channel, это канал Only Spin. И мы начинаем тренировки к финальному этапу ПАЛ в Саратове. Смотрите! Это очень хорошая рыба, Димон. Прям очень хорошая. Все. А вот здесь дальше уже я ее не подниму. Не, пошла. Ну не, судак бы поднялся, я думаю. Это нормальная рыба. Такая, я думаю, ближе к 10. Здесь течения еще нет. Судака обычно сразу можно поднять. Сейчас посмотрим на нее. В глаза. Ну не, не такая уж и большая, но щука. Ну, пятак есть. Наверное. А может быть и нет. Не, наверное, есть. Четверка железа. По мере того, как лодки подвожу, размер ее уменьшается. Еще вода просто чистая, она увеличивает. Не, нормальная рыба. Надо подсак, Димон, мне помочь ей. Что она сидит? Он за край. Такая вот. Такая вот. Они, блядь, трезвые, как кони. Ну, блин, да я не хочу ее тоже там драть. Так. Все, дужку скину. Сработал медвак. Размер, я даже не знаю, какой он, по-моему, самый большой, который тут есть. Ну что, сейчас мы сфотографируем ее. Пустим. Ну, рыбка хорошая. Так, фотосессия произведена. Вот так она сидела. Вот такая вот приманочка. Сейчас мы ее отпустим. Наверное, я думаю, с транса. Опа. Ну что, ты рад? Да, рад сердце. Димон с якорем, потому что палец. Че? Я сейчас поставлю. Да?
Есть рыбка. Увидели выхолот. Ну, на самом деле не крупная. Я просто уже не видел 100 лет поклевок. Поэтому немного прифигел от удара. Но очень жесткий такой удар. Здесь еще течение давит. Поставил грузик побольше. И что-то присело. Небольшая щучка. О, в гландах у нее приманка. Ёб твою мать. Просто взяла и обрезала. Не, у тебя леска оборвалась, куском лески она ушла. Да? Да, да, конечно. У тебя леска оборвалась. Охренеть. Вот так бывает. Что, друзья, мы в Саратове начинаем тренировки. Подсела какая-то рыба непонятная. Кажется, может, она... может, это под каменчик, мне бычок? Мне кажется, это сом. Скорее всего, сом, я его не могу поднять. Но размер как ты оцениваешь? Здесь течение, я так понимаю, есть. Мне кажется, килограмма полтора где-то. В районе полторашки. Полтора? Да. Ну не похоже, палка-то нормально работает. О, фрикциончик сработал. Может быть, два где-то. Ну не знаю, точно не могу сказать. Ну мне кажется, наверное, килограмма 4. 3900. Ну что, покажи уже людям-то рыбу. Что-то нормальное там, видимо, у ДД сидит. Ну да, да, килограмма 3 есть, я думаю, в ней. Здесь здесь течение еще и помогает. Килограмма 3 есть. О. Вот это кадр хороший. Хороший? Да. Давай ее на пузяку и валять, Диму. Тебе помощь нужна, нет? Не, сам возьму. Слушай, толстая она. А вот сел, давай, покажи нам рыбку-то. Проводочку. Проводочку будет вечером. Под селёдочку. Хороша. Ну, как-то так. Всем привет, вы смотрите программу Only Spin. Мы в Саратове. Надеюсь, еще что-нибудь поймаем. Смотрите. Не понял даже, когда дно. Есть! О, вот это поклевка. Вот это поклевина. Блин, он, конечно, не крупный, но вжарил нормально. Чем только блесна коснулась, короче, дна, и сразу прям нападение. Но мелкий опять мелкий. Мелкий, но резвый. Плотва. Сейчас покажу, вон такая блесна. Такой вот жерешок мелкий. Угу. Вполне вероятно даже зачетный. Да. Есть! Догнал! Есть, есть, есть! Я вообще, правда, не уверен, что ты жерик, Димон. Щука! Не-не, жерешок мелкий. Жерешочек.
Ну, очень мелкий, конечно. Килограмм. Такой вот жерешочек. О, вот это нормальная рыба. Вот это жерешок. Головой трясет. Зубами по поводку. Блин, ну... Да не, жере. Ну просто в ту сторону сначала пошел. Вот это нормальная рыба. Nice fish. Ой, мне кажется, кило 200, кило 250. Просто в ту сторону пошел как сразу и клюнул с удара, с такого, с хорошего, с оттяжкой. Где-то средневолжский конь. И туда пошел. Не, нормальная рыба, Дима. Ну, двушка, наверное, да? Да. Да не, может и побольше. Поможешь пассаха мне? Леска просто тонкая. Вот. Говорить не хочу тебе, Дмитрий Александрович. Не попал. Погоди. Да не, ну это нормально, это даже не двушка, это, мне кажется, ближе к трёшке. Ха-ха, Димон, друган, мы поймали жереха. Нашли место с раколовками. Вот, тема такая, что за раколовкой стоит рыба. Он не рак. Интересно, та же, что у меня клюв. Че, сейчас мы ее достанем, цепь. Вот такая. Кило 2, наверное. Такая вот рыбусечка. Достойное завершение сегодняшнего дня. Есть! Есть! С травы! Да, не оттуда, а вот отсюда. Вот здесь я вывел, сначала в траву засадил. Со следующего закинул опять. Не крупная щука, в районе килограмма двух. С травой, что ли? Че? С травой? Нет. Да я не знаю. С поклевкой?
поклевки, с поклевки. Да, что-то она ожила. Оказалось, да, покрупнее рыба. Рыба. Если там как бы не четверка даже. Да не знаю, тут трава, короче, тема тебя. Определенно. Наверное, подсак нужно выкали. Да. Это нормальная рыба оказалась. Держи двушку. Офигеть. Вот она. Давай ты. Короче, надо у нас есть еще время. Давай фоточки, все дела эти. Давай. Я, кстати, вам перчатки взял. Вот она, эту мать. Ну, это под 7, наверное. Ну что, друзья, на этом все. Официальные тренировки, и так же, как и неофициальные тренировки, закончены. Мы сейчас собираемся, разбираемся, готовим снасти. Олег, что ты там делаешь? Покажи. Да, смещаем приманочки. Такие вот. Твоя основная будет? Ну, посмотрим. Может быть и нет. Может быть, блесна будет жереховая основная приманка. А, ну вот, как-то так. Вы смотрели программу Only Spin, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Болейте за нас. Болейте за нас, всем пока.